Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан. Как вы знаете, 4 мая у Димаша будет концерт в Будапеште. Так вот, Ричард и Джонни, они тоже там будут. Если вам повезло и вы тоже поедете на концерт, то обязательно найдите их и передайте от меня привет. Также хочу всем пожелать незабываемых ощущений. Пусть этот концерт запомнится вам на всю жизнь. Всех люблю, всех обнял. Смотрим. Итак, мы собираемся посмотреть музыкальный клип. Как это произносится? Кто-нибудь, помогите нам с произношением. Похоже, нужно сократить. Это единственный способ, чтобы произнести это. Нам будто по 5 лет. Именно столько я бы нам дал. Что ж, это будет музыкальный клип. Если у вас есть времечко, потому что это будет довольно долго. И мы посмотрим. Держись, дружище, ты сможешь. Я просто хочу спать. Карен. Карен Илим. Карим. Карим Илим? Карен. Карен Илим. Думаю, вот так будет правильно. Кайрен. Алтай мен Атырау шейх бен эле Алатау. Хей, я мог бы озвучить вот эту часть. Ага, только вот эту часть ты смог бы озвучить. Давай-ка продолжим. Алла дала. Төрт кулаң тен түскен жерің найдам. Алтай мен Атырау шайық бен әле Алаттау мен сарарқа дәуірімнің дәуіріні болған жерімнің кеңдігін айтам. Он еще и режиссер. Да, это снято Димашем. Алқалың үшті бастаған түркі дүниесінің бесігі ұлы дарын айтам. У меня ж теперь будут кошмары. Таласпен тартыстың аламан байгесінде шабандап қалмаған ұрпағың бар. Құбылған дүниенің күйдіргі қалама қаздырад алмаған, тоздырад алмаған мінезімдер. Я не думаю, что это голос Димаша. Көңілі шомар. Хотя он смог бы его сымитировать. Олы даланың бөгділер біле бермейтін, өзгілер де сезе бермейтін киесі бар. Опа, щеночек. Вот это классный инструмент. Невероятный саундтрек. Қайран мені туын.
Шаркарасан ай кынам шаттан санэри. Вся песня поется как молитва. Так и есть. И мы уже слышали от него подобное. Я про саму подачу. Это не такой шепотный тон, чтобы быть ближе к слушателю, или как это еще назвать. Это как внутренний голос, который звучит как молитва. Вот как я это чувствую. От того, как он это поет. Это, наверное, так прекрасно. Иметь бесконечную палитру звуков. На любой случай. Знать, что какую бы ты эмоцию ни выбрал, ты сможешь выразить ее. Да, это замечательно. Интересно, как он поет ее вживую? Потому что когда ты поешь вживую и выступаешь перед людьми, твое сознание работает в сторону того, как развлечь публику. И каждый раз, когда у тебя есть такая песня-молитва, ты никогда не споешь ее одинаково, потому что само значение этой песни — это отражение того, что сейчас происходит с тобой. Поэтому подача будет разная. И опять же, вот эта тема мира, которую он продвигает, это же такая животрепещущая тема. Мне нравится это. Аман бол елем, хасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрегім, шалға солғана тілерім. Қайран менің. В чате пишут, что эта песня так откликается с его родной землей. Да, мир тесен, но сама идея, что мы можем соотнести это с любой точкой на планете. Даже для меня. Я не являюсь сторонником религии, но само понятие любви, наших истоков и самой энергии, Боже, что я несу? Мне нужно поспать. У меня столько идей в голове, и я так хочу с вами ими поделиться. Ладно тебе, такое бывает. Знаешь, о чем я говорю? Он здесь поет о чем-то своем, о своей родной земле. Это говорится в словах песни, но все мы можем здесь распознать, что речь также может идти о религии, или о мире. В каждом из нас есть некая святость, как бы ты это ни называл. Это что-то такое, что глубоко внутри. Духовность, святость, наше внутреннее существо. Спасибо. Қасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрегің, жалғыз сол ғана тілерің. Обожаю этот инструмент. Как же сладозвучно. Звучит сквозь октавы. Оно кровоточит. Видел кровь на пальцах? Oh.
жүрегі жалғыз ол ғана тілері. Вот это уважение к любви, ко всему человечеству, как главная тема его песен. И, кстати, если он когда-нибудь, надеюсь, этого никогда не случится, но если он перестанет петь, он же легко может быть режиссером и быть успешным в этом. Да и здесь он будет самым лучшим в мире. Ёлки-палки. Он просто невыносимо удивительный. Сколько ж в нем всего. Опять же, он здесь использует свою огромную мощь и свои умения, и делает это таким прекрасным образом. Ведь то, что он делает, это хорошо. Да, он не поет чисто такие песни. У него есть и простые песенки, и мне нравится этот баланс. У него есть беззаботные песенки, но он определенно выделяет вот эти песни о человечестве и о мире во всем мире.